На канале «Домашний» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Выбирая себя». Сюжет сериала расскажет про главу крупной компании Кирилла и его жену Ольгу. Супруги решают поменять детям няню. Семья живет в огромном доме, и Ольге, хоть она и посвящает себя целиком мужу и малышам, одной не справится. Предыдущая няня категорически не устраивала главу семьи, а Ольга привыкла всегда и во всем соглашаться с любимым мужем. И вот в доме появляется новая няня Мария. Ольге девушка не очень понравилась, но Кирилл настаивает на ее кандидатуре. Хозяйка дома замечает, что Мария уделяет пристальное внимание не только детям, но и главе семьи. Постепенно Ольга догадывается о том, что есть некая история из прошлого, которая связывает няню и Кирилла. Она понимает, что оказалась в центре тайной интриги. Но кто на самом деле ее затеял? Какую тайну скрывает новая няня? И почему Кирилл делает вид, что они не знакомы? И зачем он привел в дом Марию и доверил ей детей? Главные роли в сериале исполнят Дмитрий Пчела, Надежда Бахтина, Вера Шпак и Олег Масленников. Премьера четырехсерийного сериала состоится 21 апреля на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.